Манкорт Ла-Манш, 2 месяца и 8 дней. Он любит играться с резинкой. Сын Романкош Эсмеральды и Романкош Джаева Квейка, город Севастополь. Это Ива Баска. Забрала малыша. Вот такая хулиганка Ива Баска. Забрала малыша, да? Скажи, я сама 7 месяцев только. Ну, Ла-Манш играется с Ивиной мамой и своей тетей, родной сестрой Эсмеральды. Евредикой. Через два денечка поедет к своим новым хозяевам. Хозяевам город Владивосток. Там холоднее, чем у нас. На сне солнышко. Плюс 15-18 градусов тепла. Море, правда, уже 13 градусов плюс. Ла-Манш. Собственной персоной, да? Ла-Манш. С ней сняли швы Ла-Манш. Он уже веселый. Ла-Манш. Хорошо, хорошо.